Мы смотрели в твоем инстаграме то, что на тебя, ну, мы заметили то, что на тебя подписан известный комментатор Джо Роган. Он уже звал тебя на свой подкаст? Я его знаю, я не смотрел, что он писал или не писал, я не спрашивал насчет этого моего менеджера. Я не думаю. А чеченские блогеры пытаются тебя как-нибудь пригласить на свое интервью? Ну, бывает, очень много пишут. Раньше я пытался отвечать, сейчас очень много этого, ну, там пишут много. Поэтому сейчас, чтобы не отвлекаться на это, уже побыстрее войти в клетку, и поэтому сейчас не отвлекаюсь на интернет и на всякий YouTube, там все такое. Я сейчас уже привык, но в начале, после двух боев, я вообще не понял, что я таким знаменитым, там люди меня узнают, и потому что я в зале был, и потом на боях, там, на этом острове, там много людей не было. Когда в Россию прилетел, уже вообще совсем другая ситуация была. Ну, потом уже много людей, там все звонят, я этот, я тот. Mm-hmm. Ну, из-за этого у меня в голове тоже что-то такая каша была и стресс такой. Yeah. И потом, и после боя с Лас-Вегаса, вообще уже все звонят, там пишут, уже номер три раза поменял, опять номер кто-то находит.